Так, короче, смотрите, вскрыла эту чучундру. Это чучундру. Чучундра, вот, серия 500. Да, для стрижки. 5000. Короче, смотрите. 5000, а не 500 серия. Серия 5000, ну, неважно. 5, короче, с пятеркой. Значит, смотрите, здесь три насадки. Значит, первое, это для длинных волос. Это я не знаю вообще для кого. Это кому там такие патлы надо обрезать. Это я не знаю. Вот оно, смотрите. От 16 до 28 миллиметров, блин. Это же почти 30 сантиметров. Это что за... Ну, я не знаю, Лену, наверное, надо будет попробовать и обтюкать. Надо, надо. Все для науки. Все. Так, смотрите. Для бороды вообще фигня. Для бороды она фиксированная 2-миллиметровая. Вот. Соответственно, ее нельзя регулировать. Я не вижу в ней смысла, потому что это прям под ноль. Бородка там такая мелкая. Я сейчас подстриг на 7. Я думал, я снимаю, нифига не снимал. Сейчас вам покажу, что у меня получилось. Завинник. Так, короче, зарядник стандартно. И щеточка тут, он для очисточки. Вот, в общем, и вот она. Блин, вот видите, тут волос немножко. И вот, короче, это у меня получается от 3 до 15. Вот, это универсалка, я считаю, его достаточно. Вот до 15 даже можно прямо подстричься попробовать. Я обычно на 12 это делаю. Я, короче, на 7 подстриг бороду сейчас. Она стрижет, конечно, шикардосно. Она прям на такой скорости, прям у нее такие пульсации ровные, что не чувствуется, что она прям волосы коверкает. Димон, она не понравилась, потому что она, блин, волосы рвала. Вот, смотрите, на 7, что у меня с бородой получилось. У меня, соответственно, она была где-то вот такая. И, в общем, вот под ноль я ее обкромсал. Отрастет для опытов, ничего. В общем, вот. Зарядник у нее неплохой. В принципе, она заряженная, пока можно не заряжать. Так что это... Вот, смотрите, как она разбирается. Вот эта штука поднимается. Поднимается, я сказал. Блин, странно. Ну, и, видать, за счет того, что вот эта штука просто вверх поднимается. И просто, блин, одной рукой ты ее просто. В общем, оп, вот она вынулась. Вот, потом вот эта фигня. Вот эта фигня вот так вот вынимается. Вот она, хоп. Вот здесь типа вычищать. Но тут особо ничего нет пока. Сами видите. Как бы нет волос, нет ничего. Вот. Довольно любопытная модель. Надо посмотреть, как она будет работать. Я сегодня себя подстригу, наверное, на... Вот, прикинуть. 11, 12, это, наверное, 13. И цифры хорошие, надо на 13 себя будет только кромсать, потому что вот эти вот патлы меня уже бесят. Так что вот. Понятно, тебе здесь все-таки свет остался. Я уже включил, и что ты мне тут говоришь? Короче, Лена мне говорит что-то. В общем, на 13 давайте сейчас попробуем, что посмотрим, что у меня там с моей лысиной получится. Так, как, пап, у вас лучше вот так? Нормально. Шустренько. Сделаем себя лысыми. Ку-ку. Да, конечно, по сравнению с этой дешевой машинкой, это прям небо и земля. Когда он прям сразу же все снимает. Понятно. Надо было тут экономить. Сзади это, конечно, будет не очень удобно. Одной рукой. Надо потом, чтобы Лена еще бока нет. Подсняла, потому что одному это криво получается. Вот. Посмотрим, сколько все это по времени выйдет, потому что с той машинкой я тут сидел, ого-го, сколько. Вот тут бороду какая попа. Да, вот эти вот, конечно, некоторые места будет сложно подцепить, потому что их надо
против шерсти, вот как ты грамотно это все делал. Сорян, если вас там немножко двигают в стороны, потому что не очень это удобно и на вас смотреть, и себя еще болванить. Оп, подсыпем. Да, вот там совершенно, к сожалению, то есть получается кусочки. Ит. Все вот это сверху снять, вот эти кусочки мохнатости, которые не всегда попадаются на машинку, это конечно да. Машинка конечно скользковата немножко, одной рукой держать не очень удобно, но все-таки не софтач какая-нибудь, то есть есть шанс того, что она может выскочить. Вот такой мягкий. Смотрите, что у нас уже тут. Ну, получалось. Ну, короче, да, тут. Сколько у нас получается? 4 минуты. За 5 минут подстричься, нормально. Еще каким-то там еще этим ходить, парикмахером. Нахрен надо, машинку купил и фигачишь. Ну, если ты, конечно, не девушка какая-нибудь там. Или хочешь какую-нибудь фигуристую стрижку, чтоб тебя воспринимали не как деревенского гопника. Мне тоже пофигу. Я женат человек. Нет, это не надо. Так отсюда. Вот, что тут впереди. Не снято сколько. Оп. Оп. Так, не знаю, там сзади видно, что у меня получилось, ровно не ровно, это вы увидите, я этого не увижу. Сейчас я выключу, короче, машинку, камеру. Чуть-чуть там посмотрю, что как сзади. Ну, суть вы уловили. Единственное, что, конечно, подбривать надо в любом случае шею и бока. Делать ровно, но так, в принципе, нормально. Вот, в общем, да. Вот так вот она сработала. Ее, конечно, сейчас надо будет открыть, почистить. Посмотрим. Ну, это я уже после ванны, наверное, сделал. Сейчас я тогда это все чуть-чуть еще дополирую. Вот так вот штуки. Тут есть еще части, которые, так сказать, можно снять. Ну, в принципе, быстро, качественно. Конечно, с дешевыми китайскими штуками это, мягко говоря, не сравнится. И свои 2000 с небольшим она отрабатывает лихвой. Вот так вот. Димон даже можно попробовать. Ему потому что не нравился, она волосы его драла так сильно. Я тут терпел.
А Димону что-то это совсем не нравилось. Ну, в общем, короче, вот так. Все. Лысый я. Почистим потом, посмотрим, как она забилась. Это уже после душа. Wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me.